Звездочка моя, где ж ты, милая, на небе вечно, на небе темно, на небе вечно, на небе темно, звездочка моя. Ты мне откройся, чтоб сиял и я, жизнь свою любя, чтоб сиял и я, жизнь свою любя, звездочка моя, есть ли ты на свете? Или грешник я, живу на свете зря. Или грешник я, живу на свете зря. Звездочка моя, где ж ты, милая? На небе вечном, на небе темном. На небе вечном, на небе темном. Хорошая сегодня погода. А по радио дождь обещали. Да не, ошиблись, наверное. Эх. Да хотя, если рассуждать до конца объективно, то может и будет. Им-то виднее. А вообще интересно, будет или не будет? Если будет, то когда? А не будет, то сколько? Как думаете? Конечно, область-то большая, пойди угадай, где пойдет, а тем более когда. Ну и циклон не меньше.
Значит, везде пойдет. И надолго. Доходит? То-то думать надо. Федора не было. Васильич! Здорово, Васильич. Ну, здорово. Ты куда это с утра намылился-то? Дело есть. Ух, дело-то хорошо. Ну что, ты туда, что ли? Ну. И я туда. Пошли. Ты в магазин? Нет. И я не в магазин. Сегодня погода хорошая, а по радио дождь обещали. Слыхал? Циклон пришел. Ничего понять нельзя. Конечно, ошибаться никому не заказано. Но даже вот если без научной точки зрения вот так вот на небо посмотреть, сразу все ясно станет. Не может быть дождя при таком небе. Даже если циклон пришел. А ты как думаешь? Никак. А что ты туда идешь-то? Куда? Ну, туда же, куда и я. Надо. А, раз надо, так надо. Левый, левый, шире шаг. Левый, 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 Васильевич. Тебе туда? А тебе куда? Куда надо. А мне хоть туда, хоть сюда, мне все равно. Слушай, что ты ко мне привязался? Чего тебе от меня надо? Да ничего. А чего? А вот если ничего, то иди своей дорогой. Понял? Понял. Да я просто поговорить с тобой хотел, и все. Поговорить, поговорить. Да о чем говорить-то? Ну так, о том, о чем. А чего? А ничего. Лезешь без дела, как будто тебе делать нечего. Так ведь воскресенье. А что делать-то, если воскресенье? А я в чем знаю? Погода, погода, левой, правой. Васильич, постой! Так ты же мне десятку должен. О, какие дела-то? Какую десятку? Ты же на прошлой неделе брал. Обещал через 2 дня вернуть. Ту самую. Вспомнил? Отдам я тебе. Бог свидетель, отдам. Нет у меня сейчас. С пенсии отдам. Да твоя пенсия-то, извини меня. А тебе что, приспичило, что ли? Вот видите ли, на тебе. Вынь да положь ему 10 рублей. Ты что, уезжаешь, что ли? Да нет, не уезжаю. А что, только когда уезжаешь, что ли? А вот если не уезжаешь, то и подождешь. Ничего с тобой не случится. Понял? Понял. Тогда привет. Я бы тоже спал, да погода хорошая. Правда, дождь обещали, да может ошиблись. Это дело такое, сразу не скажешь. Природа, она есть природа. Филомен! Ты куда пошел? Купаться пошли. Больше некуда. Только зря они. Вода еще холодная. Я позавчера был. Холодная вода. Только влезь, сразу вылезешь. Рано еще купаться-то. Вот в прошлом году ведь гораздо теплее было. Да кто не купались. А в этом так подавно нельзя. Только по колено войдешь,
Уже все, готов. Судорога. Да и дождь пойдет. Обещали все-таки. Ладно, пойду я. С вами хоть всю жизнь сиди. Все равно ничего не высидишь. Да и дел по горло у меня. Ну, здравствуй. Что, свистишь? Свистю? А хорошая сегодня погода? Хорошая. А по радио дождь обещали. Знаю. Дальше что? Так, ничего. А Наталья дома? Ну, дома. Я зайду? Нет, ты не собирайся. Да я на минутку только. Зайду и выйду. Хватит, ты заходился. Чтоб твоей ноги там больше не было. Понял? Понял. Куда? Да к Феде я. К Феде. Знаю я твою Федю. Смотри, если что узнай, плохо будет. Так плохо, что хуже некуда. Уже. Уже? А Федор дома? Дома. Проходи, раз пришел. Пришел. Да? А что делать-то? Это точно. Делать нечего. Да ты не стой, садись. Вон тулуп сними. Я сейчас. Сушиться вытащили, пока погода хорошая. Туп-то возьми. Нафталином воняет. Чай пить будешь? Может, мне за пивом сходить? А? Нечего. Каждый раз одно и то же. Как начнете, так и не кончите. Я покурю? Кури. А ты? Я курил. Только что. Перед твоим приходом. А хорошая сегодня погода?
Да? А по радио дождь обещали. Циклон, говорят, пришел. Слыхали? Слыхали. А я Васильевича сегодня видел. Я к магазину пошел, а ему по пути было. Так он не слыхал? Очень, говорит, удивлялся. Как это? Такая погода хорошая. Солнце вовсю светит. И вдруг тебе она дождь. Не поверил. А Филомеев со своими вообще купаться пошел. Совсем мужик спятил. Я позавчера ходил, не то что там купаться, умыться-то и то противно. А дождь будет. Хотя свет-то и ни по чем не скажешь. Как думаешь, Федя? Может, будет. А может, и нет. Ты, коль, не обижайся. Но мне это как-то все равно. Что будет, а что не будет. Разница-то какая? Да большая разница-то. Для тебя, может, большая, для нас никакой. Но если только принципиально, а по существу ведь это не важно. Что будет, что не будет, что так, а что эдак. Да нет, важно. Ты что, зонтик купил? Да нет. Ну уж, конечно. Если бы ты зонтик купил, мы бы уже давно знали. Ну, может, скажешь что-нибудь новенького-то? Да ничего. А что там? Значит, ничего. Так-то, в общем, ничего. Только вот уезжай я. Чем-чем? Уезжай, вот чего. Куда это ты уезжаешь-то? Подвернулось тут одно дельце. Когда оно тебе подвернулось-то? Если вчера ты никуда не собирался. Подвернулось. Так что теперь уезжаю. Вот только бы дождя не было. А то больно в дождь уезжать противно. Как думаешь, будет дождь или нет? Вроде нет. И птицы высоко летают. Это хорошо, если высоко. Тогда, может, и не будет. Куда ж ты уезжаешь-то? Далеко уезжаю. Далеко. Буду вам только письма писать раз в месяц. А куда далеко? А туда. На Дальний Восток. Вот так вот. Ну-ну. А с какой стати на Дальний Восток-то? С такой. Друг зовет. Какой еще друг? У тебя их отродясь не водилось. Кроме меня, конечно. А вот и водились. Мы в школе вместе учились. Он это... Я-то на последней парте сидел, а он на передней. Так сейчас начальником стал. Чего-то я раньше этого не слышал. Так я сам не слышал. Пока он мне это письмо не прислал. А как прислал, так я сразу решил, еду. А что мне здесь без толку-то сидеть? Там хоть работа стоящая. А делать ты там что будешь? Да так, что-то по снабжению там предлагают. Ты что, серьезно? Серьезно? Да я, можно сказать, и пришел потому, чтобы сообщить вам об этом. Ну ты даешь. Ну, молодец. Я тебя поздравляю. Я тебя просто, просто поздравляю. Валь, а Валь, у нас там, кажется, пиво где-то завалялось в холодильнике. Завалялось. Ну, ловкач. Такое дело отнить надо, да? Да ни к чему это, ребят. Рыбки достать? Достать. Оно к пиву в сам раз будет. Ну, Колян. Ha ha ha.
Пивко? За отъезд. За отъезд. За отъезд? Коль, а едешь ты когда? Скоро. Скоро? Да когда это будет твое скоро? Когда? А че? Как что? Может, ты целую неделю будешь всем голову морочить, а потом никуда не уедешь. Поэтому тебя спрашиваю, когда едешь-то? Че к нему пристал-то? Он же сказал, что не сегодня-завтра уезжает. Правда, Коль? Правда? И какая разница, когда именно? Что сейчас, что завтра? Не во время дела-то, а в пространстве. Ну, завтра. Знаешь, до завтра еще дожить надо. Да не завтра, не завтра. Сегодня я уезжаю. Слыхала? Поняла? Сегодня. Ну ты даешь. Ты ешь рыбу-то, закусывай. По блату достали, не как-нибудь. Хотя рыбы там, наверное, полно, еще надоест. Конечно. Спасибо, там поем. Еще раз спасибо, но мне идти надо. Да ты посиди, куда торопишься-то? Посиди, расскажи толком-то. Да не, идти надо. Дел много. Ну, конечно, собираться, складываться, а то не успеешь. Да, собираться, складываться. Засиделся я с вами. Пора. Ну, смотри, если надо, так надо. Может, помочь что, а? Я могу. Ты ж знаешь, я всегда, если что, а? Коль, а Наталья тоже едет? Наталья? Не едет. Значит, отворот-поворот. С какой-то стати? Ну как же, ты едешь, а она остается. Значит, все? Разошлись, как море корабли? В общем-то, получается так, на самом деле-то... Послушай, а ты вообще говорил ей о том, что уезжаешь-то? Не говорил. Не. Значит, все, а как же теперь будет? А что будет-то? Ну как ты и скажешь об этом, как ты ей в глаза смотреть будешь? Да скажу, да еще в глаза буду смотреть. Она еще не то мне говорила. Ты тоже в глаза смотрела. Так что обойдется. Ты-то куда собрался? За сигаретами. Че, дома обязан сидеть, что ли? Ну ладно, в таком случае, до свидания. До свидания. Может, не увидимся теперь. Дай хоть я поцелую тебя на прощание. Да вечером он уезжает. Да вечером. Чё, еще раз два успеешь попрощаться. Да прекрати ты. Пошли. Ты говорил кому-нибудь? Да нет, вы первые. Молоток. Я в тебе никогда не сомневался. Ты настоящий друг. Не жалко отсюда уезжать-то, а? Все-таки столько лет здесь жил, можно сказать, прижился. И вдруг на тебе, адью, съехал, а? Да я не знаю, как-то сразу не разберешь. Ну ты еще не понял, не прочувствовал. А когда поймешь, прочувствуешь. Коля! Хотя, конечно, Дальний Восток, другая жизнь и все такое. Ты, наверное, весь там уж, да, в делах, заботах, да? Эх, завидую я тебе, а? Вот никогда тебе не завидовал, а? А теперь завидую. Здрасте, наши вам люди добрые! Слыхали? Че на Школьке-то выкинул, а? Не ведаете. Сейчас опупеете. Да не трепи ты, ладно. А чё, сказать нельзя, что ли? Все равно узнают. А чё он там еще выкинул? О, уже интересуется. Ах ты погубец! Когда ж ты успел? Когда? Да ты первый момент! Да не хотел я! Потроха! Выкинул! Ты вот чё, помери! Да уезжаю я! Чего? Уезжай, вот чего! Чего? Куда ты уезжаешь? Ты мне зубы не заговаривай! Да правда он уезжает! Друг его позвал! На Дальний Восток! К океану! Уезжает?
Конечно! Что у меня больше других дел нет, как ваша Наталья только бегает? Значит, уезжаешь. Дел других нет. Ну что ж, туда тебе и дорога. Давно пора. А то надоел, сил нет. Пристал, как банный лист. Никак не отлипнется. Вот уезжай. И то лучше, чем болтаться без дела. Без тебя только спокойнее будет. Езжай! Скатертью дорога! Тьфу на тебя! Глаза бы мои тебя больше не видели. Страшная женщина. Прям террорист какой-то. Далече едешь-то? Чего? Едешь, ты говоришь, далече? Да не я еду, он едет. А когда едешь ты? Сегодня он едет, сегодня. Так прямо сразу? А что здесь ждать-то? Прождать всю жизнь можно. Вот я, дурак, ждал-ждал и... Чего так вырядилась-то? Воскресенье? И вообще, Коля уезжает нельзя, что ли? Можно. А я что, говорю, что ли? Пожалуйста. А где все-то? Почему нет никого? А кто его знает? Рано, наверное. Коль, ты во сколько уезжаешь-то? Да я не знаю еще. Как не знаешь? Ты что, не решил, что ли? Да решил. Вечером еду. Последним автобусом, что ли? Последним. Вот дает, а. Был человек, и вдруг взял тебе и съехал. Тю-тю. Да здесь я, тю-тю. Это ты сейчас здесь. А завтра далеко будешь. Так далеко, что дальше некуда. Через Москву поедешь-то, а? Через Москву. Везет человеку. Чего уставился? Не видел, что ли? Видел. А вот и Филомеев уже накупался. Я же говорил, что вода холодная. Ну ладно, постояли и хватит. Нам еще собираться надо. Пока обернемся, там глядишь и вечер. Можем не успеть. Да успеем, мелочи все это. Ну не скажи, мелочи. Дело не шуточное, такой раз в жизни бывает. Можно сказать, лучший друг уезжает, а он мелочи. Федя, здорово! Здорово. Ты чего это такую компанию собрал? В дочке матери играть будешь? А? Здорово, Валь! Вы чего? Всей семьей шефство над ними взяли, а? А мы по утряночке искупаться шастали. Вода, братцы, лед. Ноги сводит и выкручивает. В прошлый год теплее было. Но загорать... Самое оно, как утюгом печет. Во, видал? Во. Во, бабуля. Ну ладно, хватит резину тянуть. Пошли, Коль. Здорово, Коль. Ты куда это он тебя? Провожаю я его, понял? Понял. Кого это ты провожаешь? А ты что, не знаешь, что ли? Не знаю. Совсем-совсем? Ну, совсем. Колю я провожаю. Вот такие дела. Колю? Ты чего, в центр собрался? Ха, в центр. Совсем он уезжает, совсем. Сначала в Москву, потом на Дальний Восток, на Тихий океан. Понял? На Тихий океан? А чего на Тихий океан-то? Да пошел ты. Ну ладно, кончай интервью. Нам еще собираться надо, дел-то по горло. Так что провожающих... Прошу вышвырнуться на перрон. Поезд отходит. Привет родителям. Привет родителям.
А мы и так справимся. Ты погуляй. Обомни сарафан-то. Так, где у тебя чемодан? Да ладно, Федь, подожди ты. Чемодан, чемодан. Ты лучше сядь. Подумать надо. А что думать-то? Думать нечего. И так все ясно. Эх, Колян, если б ты знал, как я рад за тебя. Если б со мной такое случилось, я б не ходил, как ты, побитый с собакой. Хвост пистолетом, Коля! А то даже как-то неудобно за тебя, а? Коля, что же это? А, ты не один. Здрасте, Филипп Макарович. Здрасте. Что же это, Коля? Что? А вот то, что происходит. Значит, ты решился все-таки? Ну что решился? На это самое. На отъезд. Я разве сомневался? Ну, конечно, Коля. Конечно. Ты разве не помнишь? А ты вспомни. Ты вспомни, как бывало вечерами. Ты со мной советовался, спрашивал про жизнь, про людей. И как тебе быть в этой жизни? Вспомни. А я тебя еще растолковывал. Растолковывал, что каждый человек должен найти свое место, свою цель. Ты помнишь? Не знаю, может, и помню. Сейчас раз вспомнишь, что помнишь? Ничего, ничего, ничего. Вспомнишь. Хорошие дела не забываются. Да, что же я тебе хотел сказать, Коля? Да, ты правильно сделал, что меня послушался. Теперь я за тебя спокоен. Теперь, Коля, я в тебя верю. Спасибо, Филипп Макарович. Я правда. Я пойду. Не буду вам мешать, пока вода горячая. Коля, я возьму одну. Бери. А че это он здесь нес-то, а? Можно подумать, ты по его совету решил уехать, а? Какие там советы? Обычный треп. Да знаешь, как вечерами придешь, сядешь, делать нечего. Даже поговорить не с кем. Вот есть один сосед, вот его и слушаешь. Ты смотри, теперь ведь каждый встречный, кто хоть раз словом обмолвился, будет считать, что тебя на путь истины поставил, да? Знаю я их, а когда дело дойдет, никого не допросишься. Ну где твой чемодан-то, а? Да нет у меня чемодана. И не было никогда. Как нет? И не было. А как же ты поедешь-то? Не знаю. Ну ладно, чемодан у тебя нет. А что есть-то? Сумка есть. Тащи, посмотрим. Мала. Да не отмоешь. Да, без чемодана не обойдешься. Так ведь воскресенье, магазин-то закрыт. Да завтра придется ждать. Раньше-то никак. Чемодан не проблема. Чемодан достанем. Филомен! Чего? Дуй сюда! Дело есть! Ты посмотри, а? Ты посмотри, Коль! Целая демонстрация, всеобщая солидарность трудящихся. Это только начало! Я открою. Так, садись. Поговорим. Коля уезжает. Ты это знаешь? Знаю. Далеко и надолго. А может быть, навсегда. Да, Коль?
А магазин закрыт, потому как воскресенье. Как же закрыт? Да не тот. Когда открыт? Не тот, промтоварный. А, промтоварный. Так вот, нам нужен чемодан. А его у нас нет. А у тебя он есть. Ну, есть. Так, ты даешь нам чемодан, а мы тебе поставим. За нами не заржавеет. Идет? Дай лапу, Коля. Чемодан – святое дело. Без чемодана человек как дерево. Всю жизнь на одном месте. Я подарю тебе свой чемодан. Ну, ладно. Можно сказать, чемодан у нас есть. Полдела сделано. Так, теперь, что-то мы еще хотели сделать, а? Ты не знаешь? Не знаю. Тебе виднее. Я открою. Че приперлись, я спрашиваю? Миша. Куда лезете-то? Да кто вас звал-то, а? И так места мало, так вы еще сюда, а? Вот народ, а? Ну, проходите. Проходите, садитесь. Уезжаешь? Уезжаю. А ты-то куда? Ну, проваливай. Стой. Иди сюда. У тебя карта мира есть? Чего? Чего-чего? Карта мира, вот чего. Наверное. Какая? Физическая или политическая? Все равно тащи любую. Мне даже угостить вас нечего. Да вы что? Да прекратите, я говорю, ни к чему это все. Ладно, ладно. Ну, бабусь. Я же сказал, не надо. Ой. Вот, ручной работы. И останутся, как сказка, как манящие огни, штурмовые ночи с Пасха, Волочаевские дни. Штурмовые ночи с Пасха, Волочаевские дни. Разгромили атаманов, разогнали воевод. И на Тихом океане свой закончили поход. И на Тихом океане свой закончили поход. Заявление. Прошу уволить меня по собственному желанию. Что-то не так? Тебе видней. Вот и пиши, по собственному желанию. Дата 23-е. И подпись. Так, хорошо. Сначала в отпуск, потом по собственному желанию. Так что не волнуйся, никто не придерется. А документы я тебе сразу же вышлю. Все. Федь, а Федь? О, то что надо, давай сюда. Граждане, сейчас будет тост. Ну, тишина. Дорогие товарищи, вы только поглядите сюда. Чего тут только нет. И вода, и суши, океаны, Атлантический, Тихий, Индийский. Тут тебе и Африка, и Америка, Европа. И вот на всем этом белом свете, вот здесь, вот здесь, вот сейчас,
сидит наш Коля. В натуре сидит наш Коля. А вокруг него, вокруг, сидим мы. Но пройдет совсем немного времени, и наш Коля здесь сидеть не будет. Он будет сидеть вот здесь. И разница между нами будет вот, вот, вот такая. А на самом деле вот такая. Так выпьем за то, что я сказал. За масштаб. Пусть Коля скажет. Слово предоставляется моему другу, нашему уважаемому и дорогому Коле. Ну, Коля, скажи нам что-нибудь, а? Давай, Коля. Коль, ну давай, Коль. Говорят, ты уезжаешь? Куда? Понятно. А чё? А чё? Куда вы? Только начали. Сесть? Конечно, садись. Куда хочешь. Хочешь за стол, хочешь в кресло. Спасибо. А хочешь что-нибудь? Правда, ничего не осталось уже. Спасибо. Тем лучше. Что тем лучше? Что ничего не осталось. А что ты имеешь в виду? Все. Ты ошибаешься. Ты что, дурак, что ли? Можно? Можно. Этот, что ли? Этот, этот. Ты ошибаешься. Ничего не изменилось, ничего не произошло. Я говорю о наших отношениях.
Не может быть. Да если бы я даже уехал, все равно бы ничего не изменилось в наших отношениях. Вот именно. Уедешь ты или нет, ничего не изменится. Ты серьезно так думаешь? Ты сам так сказал. Да я ж не это имел в виду. А я это. Ну да, конечно. Ничего у нас с тобой не могло выйти. Да ты и сама мне говорила. Так что, может, лучше, что я уеду. Все спокойнее будет. Я буду письма тебе писать. Ладно? Пиши, если делать больше нечего. Ха, там-то есть, что делать. Ну, 10 минут всегда можно найти. Ты чё? Коль, у тебя книга моя про приключения. Да я ж не прочитал еще ее. Ну, ты же уезжаешь. Бери быстрее, на подоконнике. Может, со мной поедешь? Не-а. Почему? Потому. А, ну и если потому, то конечно. А то смотри, вдвоем веселее. И смотреть нечего. Но хочешь, я останусь. Зачем? Уезжай. Так прямо и уезжать? Так прямо и уезжай. Я ж уеду. И уезжай. И уеду. И уезжай. Ну и черт с тобой! Теперь вот эти. Ничего, чего? Отвечай! Да прекратить сейчас же! Ну, выкладывай! Да уезжай я! Знаю, дальше что? На Дальний Восток. Знаю. Ну, я ее позвал, а она отказалась. Ты правильно сделала. Ну, а что она плачет? Я откуда знаю? Плачет и все. У нее спрашивают, что она плачет. Нет. Ты мне сам объясни, почему она плачет. По-хорошему прошу тебя, объясни. А то ведь смотри, как бы тебе самому плакать не пришлось. Татьяна Ивановна, я же вам объясняю, что не знаю, почему она плачет. Она сама мне говорит, уезжай, уезжай, а может, никуда ехать не хочу. Мне здесь неплохо. А я поеду. Я на зло поеду. Я не хочу, но поеду. Ты не ори. Ишь, разорался. Думаешь, если теперь едешь, то орать на меня можешь? Я не ору. Я разнервничался. То-то. Но в остальном я с тобой согласна. Все правильно. Что правильно? Что поедешь, хоть делом займешься. А то так, ни туда, ни сюда. Болтаешься, как козел на веревке. Одно знаешь, под окнами свистишь. Кому ты такой здесь нужен? Свистун. Мама! Значит, не нужен. Не нужен. Вот уедешь, может, человеком будешь. Только посмотрим. А я вот не уеду. И человеком не стану. Буду свистеть, как козел на веревке. И делайте, что хотите, от меня вы не отвяжетесь. Ты мне голову не морочь. Ты едешь или не едешь? Вот пристали, я же сказал, не еду я! Стол-то прибрать надо. Пожалуйста. Распродаешь, значит? Распродаю. А комнату? Поменяю.
Ты что, только собирался остаться? А я и собираюсь. Как же ты собираешься остаться, когда всю мебель распродаешь? А комнату поменяешь? А вот так и останусь. Буду во дворе жить под вашими окнами на чемодане. Чтоб каждый день меня видели, каждую минуту. Как бельмо на глазу. Дело твое. Пошли. Дурак ты, Коля. Ой, остров Сулавеси. Надо же, что бывает. Я бы такого названия никогда не придумал. А не на тебе. Расплюнуть. А тебя знаешь, куда можешь закинуть, а? Сейчас. О! Ты в океан попала. Да. Так. Глубина 6000 метров. Так, вокруг ни хрена, одна вода. Так, до ближайшей суши, так-так. В общем, кранты, не доберешься. Вы чувствуете, как вращается земля под вашими ногами, вместе с вашим домом, вместе с деревьями под окном, вместе с собакой, поднявшей ногу у забора. Хотя нет, вы тоже вращаетесь вместе с ней, не в силах остановиться. Для вас вращается глобус сначала быстро, пестро, потом медленнее, разборчивее, чередуя материки и океаны, укачивая бельмом полюса и удерживая экватором, и, наконец, еще медленнее, так что начинают различаться заливы, полуострова, острова и озера, зеленые и желтые суши сменяются голубым мелководьем и чернильной синевой глубины, пока глобус не останавливается, и тогда ваш сосредоточенный взгляд оказывается пред бледно-серым участком на глобусе, где нет ни названий городов, ни артерий рек, ни каких-либо других условных обозначений, отражающих состояние земной поверхности. Нет вообще ничего, кроме ровного, бледно-серого цвета, который стал бледным именно потому, что слишком многое можно было покрасить этой краской. Коль! Коля! Открой! Это я, Федя. Коля, Коль, ты дома? Коля, это мы с Федей. Да дома он, где ему быть? Коль, это Филипп Макарыч опять. Слышишь? Отзови. Коль, ты чё там? Открой, Коля, у нас дело есть. А сам-то он есть? Может, он уже уехал? Надо Наталью позвать. Где Наталья? Сбегай за Натальей. Коля? Может, он спит? Ну да, спит он, как же. Коля, мы знаем, что ты дома. Коль, ты спишь? Да не спит, он только что со мной разговаривал. Крыл за милую душу. Коль, ты это, ты один? Может, ты не один? Может, ты вдвоем? Почему вдвоем? С кем вдвоем? О, Наталья пришла. Наталья, иди сюда. Коля! Ну, говори же, говори. Коля, это я. Коля, пожалуйста, открой мне дверь. Еще раз, еще.
Коля! Коль! Я должна тебе что-то сказать. Давай. Коль! Я тебя вижу! Я видел его! Видел! Ничего, я не прячься! Я тебя уже видел! Наталья, постой! Ну куда же ты? Коля, открой! Где Филомеев? Зовите Филомеева! Коля, ты что там делаешь-то? Мы все слышим. Давно не виделись. Ну что, дверь открывать, что ли? Ну-ка. Вот так готово. Коль, тебе можно? А мне говорят, Коля захлопнулся. Открыться не может. А чего тут открывать-то? Фу, раз плюнуть и то. Не на что. Коль, ты чего? Да ничего. Ну, если ничего, лег ты зачем? Отдохнуть перед дорогой. А чего не открывал? А? От того и не открывал. Ну, он же сказал, что отдыхает. О! А вы че сегодня напились, да? Давай, а давайте. На улицу. Вам на что на делать улицу, больше ничего? На улицу, на улицу. Подождите. Остаются идите, только идите, самые близкие. Ну, а нам-то как быть? Вы что, не видите, а? Нам же увозить надо. Вы что, не видите, человек на кровати лежит? Вон стулья берите. Ну, вот так-то лучше. Филипп Макарович, вы, кажется, чего-то здесь хотели? Да нет, собственно, в данную минуту ничего. Чуть позже, возможно. Вы же говорили, что у вас дело какое-то. Да дело-то дело. Но мы с Колей, кажется, его уже обговорили. Да, Коля? Да. Ну вот-вот, дошло наконец. И это главное. А за слова я не в обиде. Я ж понимаю. Так что я, Коля, чуть позже зайду. Ладно? А то перед человеком неудобно. Филипп Макарович, вы смотрите, автобус скоро. Какой автобус? А, спасибо, знаю. Извините. Коля, я возьму. Ну как? Отдохнул? Отдохнул. Да ты лежи, лежи. Куда торопишься-то? До автобуса еще есть немного. Да, Коль, как быстро все. Оглянуться не успеешь, вот и пробежало время. Пробежало так, что уж скоро ехать надо. Ты все собрал, ничего не забыл? А я откуда знаю? Все, наверное, что еще-то? Ну, я что нашла, я все в чемодан положила. Рубашку сверху сразу найдешь. Ботинки в правом углу я в газету завернула, пиджак там, как приедешь, сразу вынь, а то мятый будет, одеть не сможешь. Плащ там зеленый, мелочи всякие на дне в пакете. Что еще? Да больше вроде ничего. Ладно, пойду я пока. Вы тут сами разберетесь без меня. А то я это дело... не люблю. Ишь ты. Ага. Не любит он. Ага. Просто его никто никогда не провожал. Сам с собой всегда провожался, вот и не любит. Вот-вот. Думал, чемодан дал, так ему теперь все можно, да? Да. Не любишь, так вообще не лезь. Коль, а че это Филипп Макарович здесь отирался? Я и не думал, что у вас такая дружба. Какая там дружба? Получение одни. Коля, тебе что-то не нравится, да? Вот смотрю я на тебя. Ты сегодня какой-то злой, а? Кусаешься на всех. Зря ты, Коль, зря. Обижаешь ты нас. Не поймешь здесь. Запуталось все. Я что-то не в себе. И не то что-то говорю.
Да вы не обращайте на меня внимания. Я сам во всем виноват. Что здесь теперь получается? И вовсе я не обижен. И вовсе я не придираюсь. Наоборот, я очень вас люблю. И за все вам благодарен. Нет, правда. Знаете, я ведь не ожидал, что все так получится. Что вдруг все сразу и пришли, и слушают меня, и спрашивают. Знаете, а я песню сочинил. На небе облако рай, пойди его угадай. Найти, узнать и понять невозможно. Какого цвета и где, скажи, пожалуйста, мне. Скорее ты там, где сыскать очень сложно. А я от мысли дрожу, что никогда не найду. Хочу забыть, убежать, закрутиться. Где ты? Где ты? Облако рай. Листья надежды мои. Одно обидно, что когда все так хорошо, что теперь уезжать надо. Да может зря это все? Может ни к чему, а? Да может мне остаться лучше? Ну, Коля, можно, конечно, и остаться. Но я думал, ты более серьезный человек. Спасибо тебе, Коля. Я тебя понимаю. Я тебя очень понимаю. Ты прости меня, Коль. Я раньше была к тебе несправедлива. Прости меня. Теперь я понимаю, ты настоящий друг и Феде, и мне, и всем. Только не нужно тебе из-за нас оставаться. Потому что мы все хотим, чтобы тебе было лучше. А если ты из-за нас останешься, то мы все будем чувствовать себя виноватыми. Удержали, не пустили, поэтому не надо. Коль, не надо. Да разве я что говорю? Я просто спросил. А раз так, то... Вот и правильно. Если решил, то лучше не поворачивать. Это по-мужски, по-нашему. И нечего тут сырость разводить. Прекрати, Валентина. Коля сам знает, что ему делать. Не такой он. Не отступит. Можно к тебе, Коля? Заходите. Спасибо. Познакомьтесь. Это товарищ Саратов. Он к нам приехал из центра. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Товарищ Саратов, главный техник. Не главный, старший. Ну, ладно. Это... Вы же в этом не виноваты. И самое главное, что здесь это все равно. Коля, я бы хотел с тобой поговорить по существу, с глазу на глаз, как говорится. А разве с глазу на глаз обязательно? Не то слово. Просто необходимо. Ну, мы пойдем тогда. Во дворе подождем. Коль! Федор, вперед! Мы здесь лишние. Федь, Валь! Ну вот, пожалуйста, смотрите сами. Стены в обоях, пол почти паркетный. Окно работает. Фу, сейчас все проверится. День суматошный, проводы, гости, а то и просто люди. Приходят, уходят, снова приходят. Вы не смотрите, что тут все так грязно. Я все уберу, все почищу. Да не надо, это все не обязательно. Да? Я сам могу убрать. Ну, смотрите, это дело ваше. В общем, одна тут неувязочка маленькая произошла. Я вам обещал с мебелью, а мебели, как видите, уже нету. Да я и без мебели могу. Мне, собственно, ничего особенного не надо. Да. Ну, вот кровать есть, и ладно. Ну, дело ваше, конечно, но кровати, собственно, тоже нету. Вы на нее не смотрите. Она временно осталась, но ее нету. Вот раскладушку я вам обещаю. И тумбочку в придачу.
Оно мне там все равно лишнее. А так все, все хорошо, все нормально. Да, комнатка тихая. Тихая? Да. Туалет в коридоре. В коридоре? Да. Да. Цена нормальная. Нормальная? Нормальная. Вы согласны? Согласен. Очень хорошо. Я на все согласен. Мне очень нравится. Да. Можно я присяду? Целый день на ногах. Садитесь. Ну вот и хорошо. Все договорились. Вы тут устраиваетесь, а я пойду за раскладушкой. Только раз бывают в жизни встречи, только раз судьбою рвется нить, только раз холодный серый вечер, а мне так хочется любить. Тает луч пурпурного заката, а синевой окутаны цветы. Где же ты? Желанный мой когда-то, где же ты, даривший мне мечты? Только ты бываю судьбою рвется нить, только раз холодный серый вечер, мне так хочется любить. День и ночь роняет сердце ласку, да день и ночь кружится голова. А день и ночь, взволнованною сказкой, мне звучат твои слова. Только раз бывают в жизни встречи, только раз судьбою рвется нить, только раз холодный зимний вечер, мне так хочется любить. Она все равно, она все равно, улыбается мой волка и сову. Делает у нас самый жуткий час, мы волшебную косим траву. Она все равно, она все равно, что ж ты не сказал? Что ж ты не сказал? Я б тебе сразу отдал. Вот тебе крест. Сразу. Кто-нибудь, 10 рублей до завтра. Христом Богом прошу. Коля, уезжай. Спасибо. За что? За то, что пришла. Все пришли, и я пришла. Все так рады за тебя. Я тоже очень рада. Да? Да. Может, там ты найдешь что-нибудь по душе и вообще. Новые люди, новые друзья. И вообще все новое. Я рада за тебя. Спасибо. Ты меня тоже обрадовала. Чем? Тем, что рада. Вот и хорошо. Что-то ты не очень радуешься. Нет, почему же? Я рада. А хочешь, я тебя огорчу?
ложь это все, понимаешь? Никто меня никуда не звал, нет у меня никакого друга, вообще никого нет. Ты... Автобус! Пиши, Коля! Не пропадай, Коля! А где чемодан? Отдаю. Все, до копеечки. Помни, Коля, в расчете мы. Коля, пиши, Коля, я буду ждать. Рай, пойди его угадай, найти, узнать и понять невозможно. Какого цвета и где, скажи, пожалуйста, мне. Скорее ты там, где сыскать невозможно. А я от мысли дрожу, что никогда не найду. Хочу забыть, убежать, закрутиться. Где ты? Душой на небо я рвусь, в густом тумане ищу свое счастье. Быть может, кто-то, когда мне вдруг откроет глаза, увижу его сквозь ненастье. Но нет его, я опять не устаю повторять, живя в надежде о встрече с тобою. Где ты? Oh, black rain.